Перед началом рекомендую убедиться, что вам есть 18 лет, но нет 72, так как в этом ролике есть оторванная голова, ребенок может на Новый год получить травму, а пожилой человек может скоропостижнуться от страха. Да, я знаю, что скоропостижнуться, говорили Шершняга и Роза Робот. Спят усталые игрушки. Привет, друзья! А вот и ты, падла. Ты хоть знаешь, скольким людям ты взломал жоп своей подпиской? Не смей подписываться. Сегодня мы разберем видос, который стал самым популярным на моем канале. Вот он, но я нашел более HD-шную версию, 720p. Кто только не строил теории, что это. Кто-то говорил, что это рюкзак, кто-то говорил, что это голова, а я считаю, что он улетел, а ой, это из другого видоса. Ну так вот, а я думал, что это всего лишь пакет. Но нет, как, то раз я понял, что это голова, и как назло это было поздней ночью. Представьте, как это выглядело. Смешно, а я скажу в край не смешно. Сажусь я, сажусь. И как назло, когда я не успел отойти от такого прикола, я увидел версию в 720p, где вот это выглядело вот так. А потом я задумался. Кто автор? Сначала я думал, что это Гизионикс, ака создатель ростовского полочника. На архивах Пикаб можно было даже найти его гифку с этим монстром. Но нет, автором оказался не Гизионикс, а этот чел, у него даже есть видео с этой головой и подъездом. Но я лучше не буду это показывать, а покажу не окончательную версию, как будет выглядеть полное, вы можете посмотреть по ссылке из описания. Изначально я думал, что чел просто где-то надыбал фотку подъезда, кстати это один в один 87-я серия кирпичных домов, но нет, как и в случае с ростовским полочником, это полностью 3D модель. Кстати, узнать серию мне помог мой друг с канала Лифты ТВ. Есть, конечно, варик, что это Гизионикс с другого аккаунта, но в общем видео фейк, а я пойду под...